Всем доброе утро, всем привет. Всем доброе утро, друзья. Всем доброе утро. У нас, как всегда, вкуснейший завтрак. Что у нас? Мы пожарили просто сосисочки, морскую капусту. Бекончик поджарили, свежий сыр моцарелла, копченый сыр, ну и яйца пожарили. Угу. И кроме это... капусты, капусту мы не жарили. Да, капусту мы не жарили. Упс, кому-то не хватило, Ульяне. Приятного всем аппетита. Мы продолжаем наши сосисоны с горчицей. Это что, типа венгерское, да, нам говорили в описании? Горчица, не острая. Сегодня совершенно обычный завтрак, стандартный, но вкусный, да? Угу. Серби. Не мне, не хочу. Не хочешь? Все. Да, не хочу. Капуста нравится? Какая? Морская капуста? Да. Водоросли. Да. Ну, простой салат ты не ешь с капустой. А морскую капусту ешь? Да. Ребята, напишите же, какой у вас завтрак. Может, какая-то идея хорошая. А, у нас еще картопляники. О-о. Угу. А что? Картофельники. Угу. Мама забыла. Они-то в духовке. Аш брауны называются. Ну, на английском, да. А на русском картофельнике. Ну, ешь по-разному готовят этот хаш браун. Здесь оно лепешками, как наши картофельники. А есть натертые, да? Мы когда в ресторан приходим, да. Дают такое. Интересно. Самое классное, что оно идет классно с яйцом. И сосиской. И беконом. С омлетом. Хашбрауны идут с яичницей, там типа где... Скрамбл. Не скрамбл, а там типа желтая штучка. И она такая, как ликвид уже. И там, омлет. Да, когда ты сэндвич ешь, ты ставишь два. Вот тут хашбраун, тут яйцо, тут хашбраун. И ты ешь. А где ты такое ела? Вот именно. Дома? Да. Где? Дома. Я круто ела. Я ел, что не помнишь? Мы готовили. Так мы яйцо просто ложили. Угу. Вот я рекомендую попробовать. О, угу. Да. Рекомендацион. А еще вкусное кофе будет. Ну как тебе спалось? Нормально? Да. Да? Так, сегодня у нас такой день. День релакса. Поедем куда-то. Пляж. Отдыхать. Угу. Немножко. А в какой пляж мы поедем? Там, где были. Вот где Эдмонтон. Тот. Ляна, ешь. Тот Пиджин Лейк? Угу. Ты еще и помнишь, ничего себе. Угу. У нас сегодня будет супер жара, 35. Угу. А потом, по идее, на следующей неделе, всю неделю дождь. Да? Угу. Так что, запасись зонтиком. Вышли мы на балкончик,
фиёк. Побить. С финиками. Не, ну реально как финик. Да. Вот наши остатки конфет. Остатки, там еще целый килограмм. Да. Там всего было полтора килограмма. Ну и M&M's. С моей его... Странно. Чё-то целый почти. Я всю неделю не ел. Слава Богу. А, вот. Реально как финик, да, похож? Ну, да. Такой интересный. Угу. А внутри совсем не финик. Ну, тоже похоже так, такое, как финик. Внешний вид. Карамель. Угу. Пока не сильно жарко, да? Ну, сейчас будет уже жарче, после 11. Угу. Поставила я свой цветочек туда. И тот, да, тоже распускается новый посуд. Да. Представляешь? Прикол. Очень красивые. Да, может, всех так надо подрезать, и они будут постоянно расти. Ну, твоя мама сказала, что да. Посмотрим. Я газон свой тоже подстриг. Да? Покажи. Что показать? Газон. Газон, понял? Ульяна, покажи Антоновый газон. Гусь, принеси траву, пожалуйста. Ой, так, смотрим. Сегодня, да. Не, ну она идет новенькие. Ну да. Но уже, типа, да, можно уже сдавать на сеновал. Да. Я думаю, мы пучок продадим за несколько сот центов. В общем, вы представляете, постриг газон. Да, его не ставь, потому что я забываю поливать. Так я полив, да? Конечно. А ты так все поливали, что он пожелтел? Потому что осень ближется. Нет, потому что он стоял. Он там тоже трава желтая. Нет? Все, не спорьте. Все, тема закрыта. Ладно, перервемся мы на вкусное кофе-питие. Угу. Так, друзья, так как мы собираемся ехать на пляж, озеро. Да, на озеро, то хотим сделать еще и сэндвичи. Вот, у нас есть чиабатта. Я уже ее разрезала напополам. Курица или индюшачье мясо? Курица. Куриный груд. Немного осталось сыра у нас слайсами. Вот, салат и вкуснейшая заправка к сэндвичам. Она идет специально. Вот. Чипота. Да, остренькая немного. Немножко. Так что, можно, может, помидорчик? Ну, смотря на гриль или не гриль. Ну, себе я точно на гриле не хочу. Не? Нет. Ладно, давай, приступим. Там посмотрим. Так, соус. На один или на три? Что на три? Мы ж на три будем лить или на один? Ты по одному? Не, на все, да. Ага. Так. Он вкусно так будет. Там у меня уже слюни текут. Ну, хоть мы и поели, ну, да, плотненько. Даже после завтрака. Так, бабушка нам подогнала салат. Ну, сказала, ешьте, ребята. Ну. Так. И... Не, я давай с сыром, да? Попробуй. Сыром сверху. Давай. Так. Все-таки я хочу на гриль немного поджарить на гриле, правильно? С сыром? Да. Ну давай. Поджарим. Попробуем. Дальше. Со звуками. Угу. Мясо я так не жалею. Угу. Так что там его жалеть? Это толщина бумаги. Да ладно. Так. Это будет чистый. Угу. Может, Ульяна? Без салата? А, точно. Ульяна вообще с сыром просто. Не, она в прошлый раз не сильно. С сыром, да? Ничего себе. Так,
соус. Давай, наверное, все-таки помидорчик. Да? Если на гриле, наверное, будет... Ну, я не на гриле. Себе возьмешь без помидора. Этот соус мне очень понравился. Ну, прям видно все песчинки. Хорошо, камера передай. Такой остренький. Остренький соус. Так, значит, колбаска. Колбаска. Я по 4 кусочка ложу. Угу. Я заметил. Все зрители заметили. Это плохо или что? Это хорошо. Друзья, пишите, любите ли вы сэндвичи, как часто вы их делаете. И, в принципе, случаях? Да, можете рецепты написать, мы тоже попробуем. Да. А то мы так, может, мы вообще так стандартненько. Все. Все. Смотри. Аппетитно. Но... Мне кажется, такое в ресторанах тоже продают. Угу. Да? Ребята, мы уже в пути. Антон быстренько забежал на заправку и купил вот такие мороженки. Ну, представляете? От фирмы Magnum. Не волнуйтесь, мне тоже. Ну, конечно. Конечно, всем купили. Вот. У тебя с чем? Покажи этикетку. У меня cookies and cream. Как бочка Oreo. Понятно. В общем, у меня клубничная с белым шоколадом, наверное, нет. Strawberry cream. Да, с белым шоколадом. А у тебя с орешками? У меня с миндалем. Да. Да, пачка $5 стоит. 4.30. Да. Короче, или да. Или брать 4 мороженых. Коска, они, по-моему, еще дешевле, или Magnum там нет? Нет, Magnum. Там другой, там Хэнсон. Да. Вот, или брать, допустим, в Walmart 4 мороженки за 8, там, или 9, да? Чи 6. Так, ну да, $6 за 3. Да, или по одному за 4.30. Да. Ну, в общем, это дорогое мороженое. Ну, это дорогое мороженое на заправках. Ну да. Так не, и в магазине тоже. Правильно, в магазине ты ходишь такой, так, есть дешевое мороженое, ведрище. Ага. Есть среднее мороженое, то, что мы берем по весу, они побольше, и получается и больше количества. Есть подороже, если брать за одно мороженое. Так вот, в чем состоит парадокс. В магазине ты выбираешь более-менее среднюю цену, а когда, если едешь там, в путешествие или это, то ты, в принципе, уже на цену и не смотришь. И берешь дорогое. То есть цена одного мороженого, как 8, то, что мы берем в Walmart. В этом и заключается парадокс. Когда ты, у тебя есть сравнение продуктов по ценовой, и ты берешь тогда среднее. А здесь, да, здесь сравнения нету, и получается такое, ну, вроде 4.30, вроде $20 для семьи потратить, для поездки, мороженки купить, ну, это ж ничего. А когда скупляешься, там уже бюджет идет, там ты уже одно на одно накладывается. Вот такие вот интересные. Угу. В общем... Так, все развивай, что ты, давай. Где еще? Ну, у меня камера. А, ты хочешь, я тебе разверну? Да, сначала. Я вообще-то за рулем. Ладно, ладно. Все, ребята, увидимся уже на пляже. Ребята, мы на месте. У нас такая замечательная зона для отдыха. Мы уже разложились, положили свои книжки, сходили в воду, намочились. Вот, и у нас такой сегодня релакс. Люся, что ты там делаешь? А? Играю. Играешь? Поп-ит. А ну покажи его. Крупно так. Ага. Потом и что, получается? Я всех сделаю, потом я пойду подложу. Да. А потом я буду их попать. Ну давай ты их будешь делать, а я потом буду попать. Да. Классно я придумал. Да, я тебя позову. Да?
как же мне здесь нравится. Здесь так спокойно. В общем, отдых наш удался. На следующий год хотим с Антоном вот такие штуки тоже купить. Подолбок называется. А сейчас у нас время обеда. Да? Так, кто что будет? Так, там три разных сэндвича. Гуся будет свою вот эту штуку резиновую. Три разных? Да. Все три разных или один разный? Нет, три разных, смотри. Так, вот это мне, да? С сыром и с колбасой. Ну, Гуся? Ты чистый будешь, да? В одном есть помидор. Я с помидором, Гуся. Ага, тот, кто не хотел. А ты с чем будешь? Ну, все равно. Зажаренный или нет? Так все равно. Да. Смотри, что мне попалось. Хорошо, правда? Хорошо, что мы стулья взяли. Да. Так. Мне попался, да, просто с салатом. С помидорами. С помидорами и салатом. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Вау-вау-вау-вау! Ничего себе! У нас сегодня такой вечерок. Приготовили мы себе чипсы с гвакамоле. А что, у нас остались Дориты сразу? Да. Да? То есть будет вот такая вот вкусняшечка. Ребята, гвакамоле. Чипсы. И, ребята, это еще не все. Мы еще будем домино пицца. Мы будем есть пиццу сегодня. Пицца найт, друзья. Йо-йо-йо. Ну, открываем, что вы? Да, можно? Да. Горяченькая. Да, горячая пицца. Заказали, значит, мы тако чикен пицца. Вот такая вот вкусняшка. Вот, не знаем вкус, заказали первый раз. Ингредиенты написано тако, что-то бла-бла-бла, потом перец, помидоры, в принципе, лук. И все. Свежий, лук, да. Да. И курица, пицце, да. Мы заказали также такой вот dipping sauce, чтобы мы эти коржики туда макали с жареный чеснок. Да, вот это классная штука. В принципе, с любой пиццей оно идет. Давай я открою, покажу. Есть разные вкусы, но мы остановились на именно на жареный чеснок. Вот ну, так. Блин, оно с коржиками вообще классно получается. Очень. Так, дальше. Так, сейчас я так ее сбоку зацените вообще. Суперская. Домино пицца — это наша любимая, да? Да-да. Фаворит наш. Ну, да, мы пробовали... Просто... Ребята, Swan Pizza просто делают другие коржики. Никто не знает про Swan Pizza. Да. Просто мы говорим, что мы пробовали других сказать правильнее. Да. Просто да. Swan Pizza и Domino Pizza мы не знаем, есть вообще где-то. А просто говорят пиццерии. Мы пробовали в разных пиццериях. И, в принципе, приятная штука. А еще... И, в принципе, мы определились. Да, да. Со всех других пиццерий мы любим... Именно Domino Pizza. Да. Плюс инвестировать в компанию Domino Pizza тоже классно. Ее сейчас акции растут. Кому интересно. Так она по всему миру. В Украине точно тоже есть Domino. Возможно. Ничего так, себе. Так, ладно. Следующий наш номинант на пицца вечер. Как вы думаете, что? Что там? Что же там написано горячее? Там крылышки. Покажем? Открываем. Чего так мало? А, я заказал всего 8 штук. А, ну попробуй. У нас пицца-то большая, ладно. И да, смотрите, какая вкусняшка. А, кстати, соус сладкий с манго, да? С манго, и я тоже заказал дип к нему раньше. Нету его? Нет. Точно, может он там уже есть? Ну типа должен Полит. Был, не, рядом он должен был быть, раньше. Нет. Ну, вот так вот. Какие вот минусы в такой работе? Остренький, кстати.
Какой там с манго мы заказали? Хот манго, да? Ой, да, супер. Спасибо. Я уже попробовала. Ну. Да, давайте как-то выставим эстетично показать всю картину нашей Pizza Night. А Кока-Кола? Какая же пицца без Кока-Колы? О, да, вы слышите это шипение? Ох, у меня уже слюнки текут. Прям как по рекламе. Always Coca-Cola. И Санта пьет такое на Крисмас. Ну. Так. Ну, все, я думаю, Pizza Night у нас пройдет суперски. И смачно. Мы же, кстати, давно не ели пиццу. Согласитесь. Дома. Долго. Дома. Долго. Но в гостях мы ели на прошлой неделе. Да. А дома, да. Да, поэтому... Перед телевизором. Это другая обстановка совершенно. Family Movie, Family Night. Mm-hmm. У нас новая серия Марвелов. Мы любим Марвел. Ну. Вы это знаете. Так что все, понеслась, друзья. А вам хотим передать большой привет. Всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем пока. Всем пока-пока. Всем пока.